Друзья, приветствую на канале. Сегодня у нас будет распаковываться пакет. Салика пришел. Содержимое пакета сейчас расскажу, что там и для чего это будет применяться и использоваться. Довольно-таки интересная, забавная штука. Она очень полезная. Не в плане съедобности, а в плане того, чтобы творческих всяких направлений. Так. Пока я распаковывал, оказывается, выпало. Две платы. Платы зарядного устройства. Вот, зарядники у нас предназначены для вот таких аккумуляторов. Это популярные стандартные аккумуляторы 18650. В ноутбуках, в велосипедах и против всякой ерунды она находится. Приобрел, пользуясь случаем, два, так как у меня имеется несколько таких батареек для подзарядки данных батарей. То есть устанавливаем в произвольной форме, в той форме, которую вам необходимо запитать. Или так, разницы нет. И присоединяем питание данной батарейки. Тут вот написано батарейка плюс-минус, минус-плюс, плюс-минус, минус-плюс. И также здесь у нас где-то имеется присоединение питания. Ну, есть чертеж, по чертежу можно определиться, где что и как. Так, светодиодов здесь нету. По данной тематике очень много информации в Ютубе, в интернете. Так что, кому если сильно интересно, можете это все дело посмотреть. Внизу будет ссылка, вернее, внизу видео будет ссылка на канал, на сайт, вернее, где я куплял такие зарядные устройства. Вот. Такие маленькие, аккуратные. Многие мои друзья по каналам уже давно применяют, используют их в качестве питания радиоприемных устройств. У меня же основная цель задействовать вот их для радиостанции Алинка. Аккурат у нас здесь как раз по размеру подходит. Штатные аккумуляторы уже просто-напросто изжили свою. Им больше 30 лет. Настоящее японское качество. Даже стерлось здесь все название, имя, фамилия у этих аккумуляторов. Они заряжаются у меня, но держит очень мало. Тем более на прием еще куда ни шло. А если на педерачу, допустим, вести беседу с корреспондентом, они уже не хватают. Ну, что будет дальше, как получится все это дело подружить с данными устройствами. Может быть, сниму видео, покажу. На этом всем удачи и до следующих видео.